Так, ну, момент истины, блядь. Жмите готов. Чингис Еген. Так, я там забыл убрать 60 секунд, так что у вас в первом раунде 60 секунд на выбор. Это хорошо. Так, ошибки нет, это заебись. Сука, блядь. Да, нахуй. Так, без Джека, Сука, без Джека, блядь, нахуй, не руки верю нахуй. своим глазам, нахуй. Так, что-то там у него, блядь, у него уже выбор же идет уже, ебашит там. Давай, похуй. Блядь, 45 секунд, нахуй. Сука. Прошло уже 20 секунд, сука. Сейчас я что-нибудь вызову. Так. Там Так, или... левелапнуть не забудь героя. Ага, Красный кровь. заебись, апнул. Красный Так, кого кровь. вызвать? Механический воин. Пушка, Блядь, что слишком это? долго думочку яру уже, блядь, хоть что-нибудь, блядь. Стрелковую хуйню ебашь какую-нибудь. Блядь, быстрее ты чё гонишь? Так, призвал двух шагателей. Быстрее, блядь, у тебя 10 секунд. Так, да сколько ебать, там будет? нахуяр пехоты, блядь, хоть какой-нибудь, ёбанародный. Всё, заебись. Всё, заебись. Нахуя, блядь, нахуй. Так. Ну и что? Ну перемотнула камеру, типа. Ой, что за хуйня? Блять, я не думал, что вы так вдуплять долго будете, нахуй. Нихуя уже ебашится. Ну и чё вы стоите, блядь? Пранкеры, блядь, нахуй. Сейчас она ебашит. Там способности Зика призвать. Зика? Да. О, нихуя прикол, блина. Ты там юзач, не? Да чё тут юзать-то, блядь? Ну, вон, самолеты, блядь, одни. Это фокусик какой-нибудь. Что-то они вообще долго вздыхают. А он щиты не юзает. Фокусив, альт зажимай и смотри, у кого хп мало. Хорош так. Да, это типичная деструкция. Петух, сука, блядь. Смотри, он Зика хуярил. Блядь, не добей этот хуйню. Отводи отступников назад, а этих дожи волкеров вперед. Да хули их отводить, дамажить надо. Так ну хотя бы вперед дожи волкеров отведи, чтобы они дамаг принимали. Они на ходу хуярят. Ага. Ну в этом суть игры, блядь, чтобы пользоваться механикой. Ты походу все равно отсосал. Ну хули у него летные герои все, блядь. Он у тебя все стрелковые. А че ты способности пристань взяешь? Ну-ка сейчас попробую. Ну-ка. Ну че это за хуйня? О, нихуя, он атакует, смотри. Ебать. Блять, не скажу, что это напряженная битва, нахуй. У него еще там истребитель сзади остался. За что две штуки. Ну. Вообще-то в первую очередь надо пехоту фокусить. Потому что вот эти вот шагатели тоже, они как бы жирные, пиздец, но урон у них не особо мощный.
А не, у них хороший урон. Ну, блядь, без улучшений 9. Ну, о, пехоты какой урон. Пехоты, я не знаю. Ну, от 6 до 7. Это при том, что, блядь, он стоит где-то раза 3 больше. Блядь. Ну, тут хуй знает, я знаю. А чё, граната не этот, урон не наносит по воздуху? Да, попробуем. Она сейчас хибнёт их. А, нет. Не наносит. Не, нанесла правому. Смотри. Не, это... А, это от выстрела? Это замедление, да. Какая-то наклонка такая. Чё такого переходит? Да походу этот сдохнет. У него 243 хп, а у меня 316. Он проебал походу. Наземная 7. У тебя урон выше. У меня... Нет, у меня вообще 5. У меня вообще хуйня урон получается. Почему? Ну потому что 5, 5 атак. У него хп меньше. Спорная хуйня, конечно. Не, наверное, он тебя убьет. Бать, вы тютелька в тютельку. Ой, нихуя. Смотри, он сдох. Че он сдох? 3 минуты у вас. Ну, тотемы появились. О, нихуя. Призывать, типа, опять? Да. Так. У ичпомпа 60, у тебя 55 населения. За то, что ты проебал. Вернее, за то, что он выиграл, не плюс 5. Ичпом просто, блядь. У меня была какая-то тактика, я ее придерживался. Ну бери противовоздушную хуйню всякую. Сейчас посмотрю, что там можно взять-то, блядь. Да сердцеведов, что там еще. Ну либо воздушную, какие-нибудь перехватчик. Да, да, 11. Я бы знал, что Африц еще бы взял. И тупо им бы по одному фокусил. Чтобы поджигать. А нахуя тебе эти пауки, у них по воздуху какой урон? 8, блядь. Ну этих-то по земле, видишь, хуйня полная. Так у него нет наземных войск. Я к тому, что у меня наземные войска, а у них по земле 5. Тогда бери, ну и в любом случае. А, вижу, да. Ну у них хп 195, у меня по 350 у пауков. Хотя их меньше. Ну, мне кажется, ну, лучше сердцеедов бери. Ну и опять же, смотри, у меня Савва, у него первая способность хуёвая, а вторая Мариды. Мариды танчить должны. Я говорю, сердцеедов бери, тут единственный вариант. Да хотя хули, бы, я уже всё, я в лимите уже. Так уже убери пол. Лимит. А, удалять в смысле войска? Да. Да похуй, сейчас какая-то пауков призовется. Да ну, поебать, блядь. Пускай так будет. Блять, не... Куда ты полетел, ичпом? Нужно этого удалить, паука. Блядь, мы сейчас карту тестим. Не надо, блядь, пользоваться тем, что тут нахуй нет барьера, блядь. Пиздец. Не, Африта ёбнул, блядь, если у него 50 урон. Поэтому ичпомбу похуй он, блядь, летит. А там даже воздушного барьера нет, что не смотрится. О.
Вот тут нет, блять, походу. Угу. А чё так утопляете долго, я вообще хуй знаю. А чё у тебя войска стоят, кстати, будет? А, это у тебя такой тактический ход, неплохо. Тупо надо фокусить, да, ну. И по одному фокуси, просто по одному. Танчи войсками призывными. Да призывные, все уже он. Да вон стоит один еще. У тебя сзади две пизды стоят. У него тоже там стоят сзади, что-то не хек. У него сплэш урон, ты по задним стреляй. Гениды. Блять, ну ты походу все. Ты фокуси, ну что за хуйня? Блять, я не знаю, тут если хп сложить, ну да, тут три истребителя убить можно. Бать, у меня зависло, нахуй. Угу. Это у меня зависло, или что? Да, у тебя что-то. Все развисло. Да. У меня что-то, блядь, просто нахуй картинка стала висеть. Так, еще теперь должно быть. Череда идеальная победа. Блять. Так, что, заново? Да. 3 минуты опять. Плюс 15 населения. Уич-помпа плюс 9 за победу. Кого вызывать-то, блять? Батин сделал нахуй этот день просто. Ну, судя по его юнитам. Батин 3-го уровня будет. А урон все равно 8, где-то уже. 8, а тут что? Тут 7. Я потом сделаю, чтобы не было видно, кто что призывает. В плане вы не будете видеть уже. Ебать, что произошло? Зачем-то здание сломал. Мне кажется, ты опять проебешь.
блядь. Этот паук все порешает. Да хули уже некуда лимит девать. То есть 70, 70. Угу. Не вовремя убивал. Кого-то даже на ТП-х. Хорош, хорош. Но у него 66 населения. Нихуя они героя разъебали, да? Угу. Я им главное ничего не указывал. Да, блять, у него сколько силы, что? Ну, ну, типа сами зарешали что. Ну-ка, что там у рухов? Ебать, да они рухов не снесут. Ну, там 800 хп у них. Это же вообще пиздец. Ну, они в зал помогли сейчас. Да и вообще похуй. Там Туран, смотри. А у Турана хп, блядь, 2000 нахуй. Да он, блядь, не вовремя. Но... Ну, тут таймеры нет, которые показывают, что... Сколько осталось, блядь. Угу. Так, всё, блядь. Блять, игра сломалась, винч поп убей вот этих вот юнитов, которые у тебя на том. Там еще один остался. Еще один. Угу, там за колонны. Блять, у него кулдауны остались. Да, хуёво. Ничего, откатит. Да, да, именно. Так, 90 населения. Я знаю, что он сейчас будет призывать, блядь. Нам нужно наебать систему. Это взрослый или древний у него? Это маленький. Но а, там ну да. Есть способности. Какие там способности? Там. Ага. По-моему, вечный. Да ну нахуй. Угораешь? Да. У тебя та же самая хуйня есть. Хули тогда мелочиться, блядь? Ты понимаешь, что у него пока что, блядь? Сейчас он просто воздуха наделает, блядь. Бог. У него тоже такие же големы. Бать, там суходрочкой заниматься будет. Только вот перестанет. Так, а чё у меня? Чё-то призвать можно. Ты фонить начал. Ты что-то нажал, наверное. Давай, 2 единицы еще может быть. Чпом 3 может быть. Зачем-то здание ломается.
Какая там этих дураков, блядь. Ну вот, вот. А у тебя вся наземка. Не, они по воздуху-то хуярят, эти големы. А, да, ну станет они воздух не могут. Да и похуй. Они жирные зато. Ну, я не знаю, как... Почему предательство не работает. Я хуй знаю. Предательство только на пехоту. Да, предательство только на пехоту. Да, я вообще потом беру сюда. Как только узнаю, как это сделать. Давай тебя, кто кого застанет. Более красиво. Блять, так кучных поставил, блядь, чтобы ты их сразу же ебнули, что ли. Бать. Блять, вы нахуй, конечно, индивидуально. По-моему, только один, да, использовал способность. Кстати, воздух тоже станет, да? Да. Ну и Туран твой, ну, пошёл. Туранова мастику. А, временная, кстати. Видите, открыли что-то. Песчаный ужас. Три минуты, наверное, многовато, да? Две, наверное, хватает. На разбор полета. Ну чё у тебя войска какой-то стал? Ну-ка, еще элемент типа прибавляется. 109. Охуеть. Три минуты дается. Где-то в 26:30 ему это пахнет. Ну а чё, герой, ты хуй забил? Ты выбираешь? Я что-то хуй знает. Опять его? Ну хули, нормальный челик.
Ну, где-то так. Че он там пишет? 26-39, это че? Ну, время, когда ты подходил, например. Нихуя. Бля, один не достал. Восьмой герой, четвертый герой. Какой-то больновизна. Он джиггернаут, ты не толкнул. А вот чё, герой же будет? Визит и синий.
Но я не помню точно. Где-то в 32. Какого именно? А этого? Ну тоже да, блять, я хуй знает. Ну это баг, я понял. Я потом скопирую, сделаю другого. Это удалено. Джакман, да. Но он не использует очки. Бать, 4 штуки. У тебя 10 секунд осталось. Ага. Может не 10, может чуть меньше. Или чуть больше. Слушай, ну вообще лютая тема. Ты юзай, Дашка. Ты конкретно единицы-то вкуси. Какие-то разные. Что-то хилку не взять.
я вернусь, спокойно чё. Давай, спокойно. Бать, напряжённая у вас игра, нас. А чё ты катишься? Один хуй у него кулдауны раньше, вот как. У тебя герой, наоборот, танковать должен, видите. Ну что, у Турана ну, ты хп-то видишь у него сколько? Ну да какая нах разница? Лютая хуйня, блядь. Да ты бы вместо Кайта его бы уже добил, наверное, будет. Всему свое время. О, блядь, нихуя. Ну, наверное, отъедем. Один выстрел остался, поэтому... Нет, еще один, блядь, нихуя. Ебать. Пиздец, у вас какие-то плотные катки. Да все, останавливайся, что ты там? Промазал, прикинь. Что-то слабо бьет вообще. Ну, этот сплэш какой-то, там, кто знает. Типа задевает. Так ты правее бери на опережение, чётко. Так в Варкрафте, да, блядь? За столбами там прятаться, блядь. Такая хуйня, да. Сейчас у него откатится взрыв, он ебанет. На него сначала хил откатится. Хорош. У него сейчас скорость, наверное, нет, у меня урон увеличился в два раза практически. Ебать Джаком, блядь, нахуй, какой-то вообще никакой.
Пиздец, бля. Хоть выстрел вылететь успел, да? Хорош, блядь. Окочурился. Он его кильнул, что ли, сам? Нет, ты добил. Что-то показалось. Да, такая вот хуйня. Че, опять, что ли? Да. Че говоришь? Орду алинов? Давай шагателями. Каких героев? Без героя? Сработает. Да у вас и так, блядь, по 5 очков нахуй каждый. Чё, призвать героя, не? Блядь, он говорит, шагатель, я этих призывал, или петухов, ну. Ну, тоже шагатель, по факту. Мне кажется, все. Блядь, атака то у них 7 атака, блядь, а у тех-то 8. У меня подозрение, что их не ТП. Ну, сейчас посмотрим ради теста. Да тут вообще этого надо деструкцию как не, нет батальона у него там какой-то неудачный. Не, ну навряд ли это все в одном грузе поместится. Просто не сработает нихуя. Нет, это рано, но у него способность его есть. У него способность по области бьет просто. Блять, о, ну я и говорил, что не тупо нихуя. И что, оттуда выйти нельзя, да? Но тебе нет, а он может. То есть он какую-то часть тпхает чисто, да? Или как? Ну, понятно, это мне надо будет делать через регион, чтобы, блядь. Ой, бля, ну короче, ладно. Надо будет еще над этим поработать. Ну давай, типа, что есть там. В кругах давай убьем тогда войска. А что есть, это ебанем. Да много одних и тех же юнитов такая хуйня происходит. Смотри, массовая смерть нахуй стеклянных юнитов. Вот еще. Че? Ебанем тем, что есть. Давай. Осталось еще. Темное стекло против, блять. Отважно. Мало, пиздец. По факту вас одинаково. Нет, у тебя больше почему-то.
Что-то стекло, мне кажется, выиграет. Они вон и заразу вешают. Оно хп снижает. У него пуларный стоит, потому что лишь не было. Прикинь, да, как оказались в кольце, блядь. Челики. Просто не выжили, блядь. Сдохли красиво, блядь. Че, опять что ли, ебашь? Хотел. Давай, знаешь. Че, ты будешь еще ебашь? Закидал говном. Давай этот. Знаешь чем? Как он? Давай вот этот Марван вызовем. Или не буду? А, я вызвал уже, блядь. Петуха этого ебана. Вот. И что он? Что он там может? Ну-ка. Им заранее же можно звать это говно все. Или лучше на поле боя? Так, а что у него? На поле боя, они временные. Атака лютая, конечно, у него. Ну и что, юниты знаешь какие? Давай, это... А какие юниты ебанем? Ну, только не мелких и небольшое количество. Какие-нибудь средние, да? Ну да. Чё, какие предлагаешь? Давай, ягуары, может, пауки? А какие пауки? Так, сейчас надо найти, где они, блядь. Давай, скорпионы стеклянные, блядь. Где они, сука? Так. Вот они, стеклянные скорпионы. Ебашим. Все, уже предел. Надеюсь, эту хуету всю портанет. Надо их поближе поставить. Куда ближе? Ну и все. Ну, я имею в виду, может, он не портуется, типа. Из-за чего-то. Не в этом дело. Так, где, блядь, 4? Разных? Хорош. Ну и давай ягуара ебанем одного, да. Как ну ты любишь, у него типа паук, он конечно сильнее паук. Он говорил пауки. А-а-а. Ну хуй знает, 411 атаки. У меня 12 атаки, хп вообще пиздец, конечно, блять. Трэмпл. А трэмпл это что такое? Тараны, наверное? Наверное, да. Ебать. Ну да, в разы хуже. Слышь, а у меня ебало Джакома отображается и написано Марван Темный Алин, блядь, прикинь. Ну, блядь, там... Сука, кора, блядь. Блядь, у него еблище, нахуй. Ну там просто не ставит секунду другая. Сука. Ну, знаешь, вот это лютая хуйня. Конечно, вот с Джакомой порешать. С петухом с этим, блять, которые очки эти ебучие дают. Или уже тогда не за очки делать, а за что-то другое надо делать. Вот эту всю хуйню. Ну, в плане я... Если там раунд больше 10 минут длится, можно в центре какую-нибудь хуйню поставить. Типа, блядь, кто первый захватил, тот и... Что-нибудь такое. Чё ты не призываешь? Когда я призываю?
атака лютая у этого, у Марида. Вообще лютая, пиздец просто. Вот так ее разъебывают. Ну, не сказать, что да. Смотри, он сдох, его герой, прикинь. Ну все, считай, я выиграл. По силу или нет? Ребята, не опять. Да, какие-то. Я призывные какие-то отправил там. Ну, я видел, пару отрядов. Призываю, скажем. Мой. Ага. Видишь, пауки идут на эти войска, а героев заебашивает. Вообще на изи. Ну это стандартный урон. Ты опять. Надо было героя разъебывать. Слушай, ну сильный Марван, это сама атака его ж не очень мощная. Охуенная. 22, блин, прикинь. Все, ну я заебался. Че тут Левиафана добавляю, все, и заебись будет. Тут надо от населения побольше давать за раунд. Да хуй знает. Ну а потом добавлю то, что вы там против бота играете.